Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня я хочу дать информацию тем людям, которые присоединились в компанию NSP, заключили договор с этим замечательным интернет-магазином и товаропроизводителем и растерялись, потому что не знаете, с чего начать. Я точно знаю, у меня есть статистика, таких людей много, потому что мое видео где-то там увидели и так далее, и хочется все побыстрее. Соответственно, давайте разберемся, с чего начать. Если бы у меня спросили, чем ты занимаешься? Я бы сказала, я занимаюсь одним – дезинтоксикационной метаболической терапией. И я обожаю программы детоксикации, у меня есть различные виды. Я готова с вами поделиться этими программами детокса, но, уважаемые девочки и мальчики, есть еще вторая сторона медали, которая называется метаболическая терапия. Для того, чтобы хорошо сработала печень как орган детоксикации, почки как орган детоксикации, для того, чтобы включились все транспортные белки, нужно иметь чем включать. То есть так как это все белково-минеральные, белково-витаминные взаимодействия, нам придется сначала дать питание. Я встречаю иногда совершенно дикие случаи, когда мне женщина пишет: «Я у вас подписала в компании NSP, прошла трехмесячную программу очищения и теперь вешу 41 килограмм. Что мне делать? Я продолжаю терять вес». У меня, как 41? А в каком весе вы начинали, уважаемая? Она говорит: «Я начинала в весе 44». И у меня вопрос: зачем в весе 44 килограмма идти на программу детоксикации? Это ведь совершенно нелогично. Поэтому сначала кормите себя. Что такое кормите себя в моем представлении? Первое. Нужно дать все витамины и все минералы в суточной профилактической дозировке и избавить себя от всех дефицитов. Если вы забыли, что такое дефицит, я могу специально в вашем городе забрать весь хлеб и оставить одну булочную. И вы посмотрите, что такое дефицит. А, вы же булки уже не кушаете. Ну ладно, я что-нибудь придумала бы, понимаете? Вот это дефицит. Мы просто с вами забыли, что такое дефицит. А клетки сейчас живут в дефиците, потому что ни в картошке, ни в макаронах, ни в хлебобулочных изделиях витаминов нет. Если вы думаете, что они есть во фруктах, у меня есть целая... начитанный курс, который называется «Витамины и минералы». Там 8 часов информации, можете купить курс и проследить. Я там учу считать, сколько чего в 100 граммах продукта. Ладно, пошли дальше. Витамины и минералы. Что это такое может быть? Это может быть суперкомплекс. Это может быть суперкомплекс для NSP сделанный, да? Ну, NSP, который производит. Это может быть защитная формула. Витамины А, Е, С, цинк, селен и вот столько по списку трав, чтобы это все работало. Это может быть ТНТ, тринитротолуол. Total Nutrition Today – это коктейль, который, там все необходимое на сегодня, еще и клетчаточка. Для деток это могут быть витазаврики, для пожилых это могут быть витазаврики, витамины группы В, железо немножечко могут быть, понимаете? Вот такая вот вещь, это первое. Второй момент – это обязательно корректные жиры. Всего, я пропагандирую дополнительное использование к пище 5 корректных жиров. Если захотите, напишу на эту тему видео, но хотя бы омега-3 обязательно нужно давать, потому что это незаменимая вещь. Если вы сегодня не съели 100-150 грамм морской рыбки, которая плавала, собирала планктон, а не была искусственно выращена, то вам придется добавить омега-3, чтобы обеспечить свой организм нормальной работой. Следующий, что лично я каждый день использую, это лецитин. Лецитин – это 50% вашей печени, это 30% вашего головного мозга, это ваша центральная нервная система, запоминание, скорость обработки информации. Боже, это так важно! Что еще? Надо как-то ощелачиванием заниматься, да? Это хлорофилл. Это мой любимый продукт. Хлорофилл – это зеленый сок люцерны. Пока летом можете сами себе делать зеленые коктейльчики, пока у вас есть доступ к хорошей зелени. Но не у всех есть доступ к хорошей зелени, почему не хлорофилл? Пусть будет хлорофилл. Что там у нас еще может быть? Очень часто белковые дефициты.
Очень часто девочки, мальчики кушают неправильно, потому что правильно покушать не могут. Каждый провальный прием питания лучше заменить белковым коктейлем. Например, Smart Meal. Там есть и витамины, и минералы, и три вида растительных белка, и даже омега-3 есть. Вот очень здорово. Это я о чем говорю? Я вам сейчас рассказала как бы абсолютный минимум для метаболической терапии. Витамины, минералы, ощелачивание, корректные жиры, белок. Вот. Вот это вот основное. Ну, может быть, туда стоит еще антиоксидант. Ну, хотя витамины сами по себе антиоксиданты. Но есть же вообще соковые антиоксиданты, например, зомброза. Таблетированные антиоксиданты. Мой любимый грейпвайн, от которого пигментные пятна даже на море не образуются. Если вы пьете его, очень мощный антиоксидант. Так вот, как это все скомпоновать в единую систему? Есть в НСП очень интересная фишка. Это наборы. На НСП работают научные консультанты. Есть научный консультант в России, научный консультант в Украине, научный консультант в Белоруссии, и это такой мозговой штурм, и происходит формирование таких вот готовых наборов. Если вы не доктор, то вы можете просто использовать готовый набор. Если вы доктор, ну вам тоже в этом сложно разобраться, как мне поначалу, потому что ну это совсем ну, не то, чему докторов-то нас учат. Ну, короче говоря, этот набор называется «Здоровье с НСП круглый год». С него начинайте. Начните с него, от него у вас отвалится 50% недомоганий, проблемулечек и так далее, и потом все, что не добили, вот тогда пойдем на программы детокса. Есть противопаразитарный детокс, есть противовирусные программы, есть противогрибковые программы, есть детокс, который комбинируется с пищевой паузой на коктейле, коктейльной паузой и так далее. Этих программ невероятное множество. И почему бы ими не пользоваться? Правильно, ими надо пользоваться. Но не так, что с одной программы очистки перехожу в другую, в третью, а кормить себя не пробовали, что называется. Теперь внимание, для тех, кто все равно хочет начать с детокса. Печень, она занимается переводом жирорастворимых токсинов в водорастворимые токсины, и водорастворимые токсины должны быть конъюгированы до безопасного состояния и выведены. И если этим не заниматься, если на это не давать витамины, минералы, белок, корректные жиры, провал, тогда на системе детоксикации вы будете себя чувствовать хуже, вы будете себя ждать, когда наконец она закончится, и результаты самой программы детоксикации будут хуже, чем если бы вы сначала себя накормили. Поэтому, пожалуйста, первая программа, давайте так, это «Здоровье с НСП круглый год». Если вы хотите для ребеночка, первая программа – это «Здоровый ребенок», она так и называется. Вот с этого начинайте. А потом абсолютно закономерно, что вторая программа реабилитация желудочно-кишечного тракта. Потому что мы через этот желудочно-кишечный тракт взаимодействуем с окружающей средой, сталкиваемся с генетически инородными моментами, то есть с пищей. И чем здоровее ваш желудочно-кишечный тракт, тем лучше. Но это уже следующая сказка, которую я вам расскажу в следующий раз. Надеюсь, была полезна. Стартуйте, начинайте использовать замечательные, качественнейшие продукты НСП, здоровейте с каждым годом на 4 года младше. До новых встреч!